Но если ты хоть раз играл в игру Кальмара, тогда успей поставить лайк за 3 секунды и посмотрим, сколько таких ребят. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, друзья! С вами Алексис, и у нас сегодня очень крутая подборочка игр Кальмара, либо же Squid Games. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заряжайте видосик лайкосиком, а мы начинаем с игрушки Squid Game. Друзья, очень давно у нас не было с вами рубрики 8 игр, ну что ж, давайте тогда будем приступать к первому заданию. Первая игра, погнали, ребят, бежим. Стоим, ребятки, стоим, потому что нас могут замочить. Так. Отлично, бежим. Стоим, ребят, стоим, у нас еще, в принципе, есть время, ребятки, у нас есть время, чтобы дойти до самого конца. Оу, щищ, и мы получаем пулю, ребятушки. Вот это, конечно, жесть. Ладно, давайте тогда еще попробуем. Бежим, бежим. Ребят, я буду здесь именно комментировать максимально мало, ну, в первом уровне, потому что я должен слышать, что она говорит. Оу, щищ, осталось очень мало людей. Ребят, хорошо. Никого не подбили. Оу, щищ. И мы снова, ребятушки, с вами вылетаем. Если честно, первая игра довольно-таки сложная. Давайте будем открывать следующую. И это у нас игра, получается, с конвертиками. Ребят, вы помните вот этот вот момент из фильма? Я думаю, что да. Так, нам с вами нужно попасть по центру. И мы... Чего? Мы с вами это сделаем? А ну-ка... Оу, да, ребят, и мы зарабатываем с вами что-то, я не знаю что, но что-то мы заработали. Окей, next level. Так, я уже, в принципе, понимаю, что нужно делать, ребят. Все, после этой машины мы погнали. Так, все, мы здесь едем, сейчас все время прямо, пропускаем несколько машинок буквально. Ну, несколько секунд ждем, ребят, и все, погнали. Снова мы с вами все проехали отличненько. И нам еще нужно будет единственно потом один поворот направо сделать, вот где мы с вами и проиграли. Так, все. Погнали полный вперед, и вот здесь у нас сейчас будет поворот, ребятки, направо. Мы просто очень близко выехали с вами на дорогу. Так, ну, я думаю, что можно ехать. Да, отлично, мы поехали, и вот и наша миссия снова выполнена. Отличненько. Какая же будет третья миссия? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, или мне иногда снимать, ну, почаще, может быть, снимать вот данную рубрику. Так, нам нужно их газиком заполнить всех, да? Это такое задание, серьезно? Все, ребят, а, все, газом заполнили и погнали. Прикол, вот это реально какой-то прикол. Смотрите, как мы быстро едем. Без машин, без ничего, ребят, как же круто. И все, мы доехали, ребятки, до корабля. Кстати, вот кто уже смотрел этот сериал, ребят, я хочу вам сказать, что он немножечко жесткий. Так, тут тоже нужно молчать, ребятки. Так, то... Оу, щищ, меня подбили. Если вы смотрели тот сериал, то, в принципе, вы понимаете, в чем суть игры, то есть, что мы выполняем. Так, ну хорошо, давайте тогда будем открывать следующую игру. И у нас снова, друзья, первая миссия. Давайте мы будем с вами аккуратненько ее проходить. Стоим? Стоим, ребят. О, а мне? Нравится, мне нравится, ребят, эта игра уже чуть больше. Стоим. Так, ребят, аккуратно, аккуратно. Вот это, конечно, жесть, ребят, вот это, конечно, жестяк. Стоим. Стоим, ребятки, стоим. Все, побежали, побежали, мы успеем. Есть, мы успели, ребят, мы с вами это сделали, мы прошли эту миссию. Так, стоп. Миссия номер два. То же самое нужно проходить, получается. Стоим, стоим, друзья. Блин, какая же прикольная игра. Фу, я думал, меня подобьют. Так, пока все хорошо, ребятки. Это у нас называется игра Squid Game Red Light. И. Давай, есть, ребят, мы снова с вами это сделали. А, ну то есть в этой игрушке ничего, в принципе, не меняется, да? Только здесь, получается, первый уровень, и все.
но единственное, что, наверное, ускоряется таймер. Окей, давайте тогда будем открывать другую игру. А что будет, если мы все равно побежим, ребятки? Нас подбили. Друзья, снова первая миссия. Так. Таямбе. Но только уже игрушка получается на весь экран. Так, а мы можем в стороны с вами бегать? Ребят, я не могу здесь бежать в стороны, представляете? Только могу бежать прямо. Но, если честно, эта игра... Ну, такая себе, ребятки, такая себе, потому что она не считает, ребят, не считает. Так, стоим и побежали, да. Отлично, мы с вами выполнили, в принципе, нашу первую миссию. Посмотрим, какая будет сейчас у нас миссия номер два. Так, здесь нам нужно пробежаться. Так, отлично, побежали сюда. Сюда, ну, в принципе, ребят, мы с вами запомнили, куда нужно прыгать. Па-бам! Сюда. Блин, это, кстати, очень прикольная была серия, ребят, с вот этим вот испытанием. Так, отлично, вторую миссию мы с вами выполнили. А эта игрушечка мне пока, ребятки, начинает нравиться все больше и больше. Окей, следующее задание. Перетягивание канатов. Так, нам нужно топать по экранчику. Давай. Там минус один чувак. Да, все, мы уже, грубо говоря, их должны выиграть. Потому что там осталось очень мало людей. Так, и они упали. Да, друзья, конечно, это была довольно-таки легкая миссия. Окей, если эта игра такая крутая, то мы можем здесь с вами задержаться чуточку подольше. Так, что нам нужно сделать здесь? Так, нам нужно, ребятки... Оу, ёшкин кот, как же сложно это сделать. А у нас здесь есть время какое-то, ребят? У нас здесь есть какое-то время или нет? Ну, не получается, в принципе, у нас зонтика, если честно. Так, вот, что это такое? Что это у нас получилось? Все, ребят, мы неправильно выполнили данное задание. Skip the level, либо же повторить еще разочек. Ну, давай повторим. Только единственное, что я не понял, ребятки. Я не понял, как здесь... так. Так, тут аккуратненько нужно делать. Аккуратненько. Так, все. Вот теперь, мне кажется, я начинаю понимать, ребят. Я начинаю понимать, как здесь нужно делать. Так, хорошо. Ну, скажу вам, что довольно-таки сложно, ребятки. Довольно-таки сложно это все происходит. Так, отлично. Отлично. Вот это, конечно, жестяк. Это сложнее, чем просто брать и смотреть фильм. Так, это, ребят, наверное, самое сложное задание. Кстати, вы помните, ребят, вообще, что было в сериале вот здесь, вот именно на этом моменте? Его друг, мне кажется, очень сильно подставил, ну, друг главного героя, очень сильно его подставил, мне кажется, да? Сам он выбрал себе треугольник, по-моему, а этот выбрал зонтик. Так, ну хорошо, ребятки, надеюсь, что сейчас у нас будет все отлично. Да! Фух, мы с вами выполнили это сложное задание. Ребят, первые игры мы с вами играли не очень долго, поэтому я предлагаю в эту поиграть чуточку подольше. Да ладно, что, это уже повтор? Так, бежим. Стоим. Бежим, ребятки. Стоим. Ну, здесь довольно-таки легко. Да, здесь нет ничего сложного. Тут видно, в принципе, когда она голову отворачивает. Ну, она, кстати, это делает довольно-таки быстро, ребят. Да, очень быстро. Так, стоп. Стоп. И стоп. Все, есть. Мы снова выполнили, в принципе, данное задание. Интересно, какая будет следующая миссия? Ну-ка, если она будет повторяться, тогда мы откроем другую игру. Ладно, ребятки, открываем тогда другую игру. Ну, сейчас мы еще вот это вот пройдем по-быстренькому. Я не уверен, или я, конечно, запомнил все как нужно. Так, это сюда, и, по-моему, сюда, и вот сюда, если я не ошибаюсь. Но я, ребятки, ошибся. А следующая игрушка это у нас Squid Game Bridge. Ребят, нам нужно собирать наши блоки. Так, а какие у нас блоки? У нас... Стоп. Какие у нас блоки, ребят? А, у нас зеленые блоки. Все, отлично, я понял. У нас зеленые блоки. Ой-ой-ой, ну управление здесь, хочу вам сказать, довольно-таки сложное. Так, куда мы пойдем? Ну, давайте мы будем вот сюда вот строиться. Эй, это мои ступеньки, пожалуйста, не трогайте мои ступенечки. Так, ну, конечно, в Squid Game нет такого испытания, но я думаю, что, ребят, будет скоро выходить очень много игр, вот подобные этой игре. Так, хорошо, побежали. Так, спускаемся. Ёшкин кот, это мои ступеньки. Вы красные негидники. Зачем вы забрали мои ступеньки? Так, ну окей, мы сейчас, ребятки, их отвоюем. Обязательно отвоюем эти ступеньки. Так, все, побежали, ребятки. Главное, чтобы красные не начали строиться. Так, отличненько. Есть, мы с вами это сделали. Мы самые первые попали с вами на эту
часть. Так, и теперь нам нужно собрать все блоки, чтобы простроиться. Так, отлично, здесь, по-моему, уже все блоки. Бежим, бежим, бежим. Так, о, отлично, нам хватило, ребятки, нам хватило, в принципе, этого всего. Ну что ж, давайте тогда, может быть, будем открывать следующую игрушку, потому что я не хочу еще раз проходить вот эту вот миссию. А следующая игра это у нас Squid Game Battle Challenge, ребят, и по-моему, что это у нас онлайн. Так, о, а здесь, ребят, вообще легко, потому что, видите, мы можем, в принципе, смотреть на эту вот red line и бегать. Так... Отлично, бежим, 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 стоим. Так, стоп, стоим, стоим, стоим. И тут три человечка задвигалось. Ой, зря вы задвигались, конечно же. Нужно было встать и не двигаться. Давай, 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 давай. Ребят, вот в подобных игрушках как-то, знаете, комментировать особо нечего. Ну, тем более вот сейчас, потому что нам нужно больше слушать. Так, времечко заканчивается, ребятки, времечко заканчивается, 20 секунд, но все, в принципе, это наш последний подход, мы сейчас должны с вами дойти до самого-самого конца, есть, мы с вами это сделали, и мы даже не последний. Так, стоп, в принципе, все, ребятки, все повторилось, но окей, я это и ожидал, конечно же, если вам, кстати, понравится первая часть по Squid Games, то я постараюсь, ребятки, найти еще 8 крутых игрушек, и мы с вами заснимем часть номер 2, а пока давайте будем открывать другую игру, побежали, 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 бум, и нас подбили. Следующая игрушка называется просто Squid Games, ребят, посмотрим, а, нам нужно бежать по линии. Так, стоим, ребятки, стоим. Red line. Так, опа, опа-джа. Так, там подбили одного пацанчика. Стоим, ребят, стоим. Так, наверное, что этого сейчас подобьют. Бежали, бежали, бежали. Давай, 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 мы должны успеть. Ребятки, мы с вами выиграли, отлично. Ну, кстати, это прикольненькая игрушечка. Да, мне понравилось. Окей, миссия номер 2. О, тут уже испытание. Окейшки, стой. Стой, 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 ёшкин кот. Так, тут у нас еще есть даже автосохранение, ребят. Ну, типа нет сохранения, а чекпоинт. Стоим, ребят, стоим. Так, сейчас это, наверное, подобьют. Блин, да, его подбили, и он, в принципе, ребятки, откинуло его немножечко назад. Бежим, стоим. Стоим, ребят, стоим. Так, на нас посмотрели, теперь на ту посмотрели. Так, все, ускоряемся, ускоряемся. И стоим, 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 стоим. Так, того пацанчика откинули назад. А мы с вами, в принципе, остались. И добегаем до конца. Ребят, к сожалению, игрушка вылетела почему-то. Ладно, открываем следующую. Это, друзья, у нас последняя игра на сегодня, которая называется Squid Survival Game. И, по-моему, что мы с вами что-то подобное уже играли. Ну, что-то похожее, да, похоже, что-то было, ребят. Просто другое название игры. Та игра называлась, по-моему, Squid Game Red Light. Да, точно такая же самая игрушка. Ну, посмотрим, или вторая миссия у нас поменяется. Так, главное нам дойти до конца. Стоим, стоим, ребятки, стоим, не двигаемся. Этого подбили. И мы бежим до самого конца. Все, есть, мы выиграли. Я очень надеюсь, что сейчас будет следующая миссия, но, увы. Ребятушки, в принципе, я думаю, что на этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис, ребятки, всем удачи и пока!